Здравствуйте, это программа «Город С», и я Елена Чернявская. В сознании большинства людей профессия следователя окружена ореолом таинственности и романтики. Распутывание загадочных преступлений, погони, слежка, поимка опасных преступников – все это будоражит воображение и привлекает внимание многих людей. А вот насколько верно это представление о профессии? Кто на самом деле следователь? Чего больше в этой профессии – риска, творчества или бумажной работы? Как вообще становится следователь? Кто они, сверхлюди или такие же граждане со своими слабостями и проблемами? Поговорим сегодня об этой профессии. Я представляю гостя программы, заместитель начальника управления МВД России по городу Самаре, начальник следственного управления управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Сумец. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, как мы сегодня заявили, говорим о вашей профессии. Но первый, наверное, мой вопрос вообще... Кто такой следователь? И расскажите, пожалуйста, как вы пришли в эту профессию. Вы знаете, следователь – это должностное лицо, которое уполномочено вести предварительное следствие по уголовным делам, расследовать преступления. Если брать, скажем так, корни слова «следователь», то, на мой взгляд, вот я могу их выделить два. Это первое – это след. И второй, наверное, смысл – это исследовать. И два этих слова, они, на мой взгляд, в полной мере отражают то, чем должен заниматься следователь. Исследовать обстоятельства того или иного совершенного преступления, искать следы, искать зацепки, искать и собирать, процессуально закреплять доказательства. А в таком широком смысле следователь призван обеспечить и выполнить тот принцип неотвратимости наказания, который, ну, безусловно, существует. Ну и ответьте, как вы пришли в эту профессию? Почему вас привлекла вот именно изначально, наверное, эта профессия? Вы знаете, мой отец Владимир Васильевич всю свою жизнь отдал службе в правоохранительных органах, в службе уголовного розыска. Но вот почему-то я решил в свое время не идти по его стопам. То есть мне и в институте все-таки больше понравилась та профессия, которую я выбрал. И действительно, вы знаете, я все эти годы всегда говорю о том, что вот тот выбор, который был сделан более 20 лет назад, он действительно оказался верным. И эта профессия, она действительно стала судьбой. Дмитрий Владимирович, ну тогда у меня логичный вопрос. Я попрошу вас рассказать о коллективе следственного управления. И вот все-таки сколько сейчас отделов функционирует в структуре следственного управления? Следственное управление – достаточно большой коллектив. У нас в штате следственного управления находится 9 территориальных следственных отделов по числу районов города, города Самары. Также в составе следственного управления есть следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности. Следователи данного подразделения, ну, даже исходя из названия, занимаются расследованием именно самых сложных, самых резонансных дел, преступлений, совершенных членами организованных преступных групп и преступных сообществ. Возглавляет следственную часть с февраля этого года полковник юстиции Антон Евгеньевич Закаречкин, профессионал своего дела, имеет огромный опыт и следственной работы, и руководящей работы. Также в составе следственного управления в конце 2021 года создан специализированный следственный отдел по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Тема важная, тема, она, в принципе, у всех на слуху, действительно, да. Данное подразделение возглавляет подполковник юстиции Анна Константиновна Житкова. И в 2022 году, благодаря созданию данного подразделения, благодаря слаженной работе исследователей, в том числе и оперативных сотрудников, нам удалось
расследовать на 30% преступлений данной категории больше. В абсолютных числах, в абсолютных цифрах рост составил на 112 преступлений. Мы расследовали 462 преступления. Здесь речь идет именно о кражах и о мошенничествах, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Также данное подразделение занимается расследованием уголовных дел по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма. В 2022 году у нас произошел рост, ну, не совсем могу подобрать слово, колоссальный, значительный, рост на 900%. В 2021 году таких преступлений было 30, в 2022 году 330 таких преступлений. А с чем это связано, как вы считаете? Ну, безусловно, это связано с проведением специальной военной операции, и преступления данного вида в большом количестве начали регистрироваться именно с конца февраля, с марта 2022 года. И мы все понимаем, что данные преступления направлены на дестабилизацию органов власти, дестабилизацию органов местного самоуправления и на то, чтобы органы власти местного самоуправления и вообще государство тратило достаточно большие деньги на реагирование на данные, на преступления данного вида. Как я уже сказал, значительный рост произошел, тем не менее, вот все данные преступления у нас расследуются также в специализированном следственном отделе. Спасибо. Вот как раз по этой теме у нас есть небольшое видео, я предлагаю к нему обратиться. Продолжаем наш разговор. Как известно, этот год президентом Путиным объявлен годом педагога и наставника. Я очень хочу вас попросить, чтобы вы рассказали, кто был вашим наставником и в какие, может быть, профессиональные тайны он вас посвящал. Вы знаете, в 2001 году я пришел, ну, на мой взгляд, на тот момент в одно из самых лучших, наверное, следственных подразделений. Мне очень повезло. Моим наставником был Сергей Николаевич Мычкин. Также из наставников... Ну, вы знаете, настолько дружный был коллектив следственного отдела, что, в принципе, я мог обратиться к любому сотруднику, к любому следователю, и мне в помощи не отказывали. Никто не отказывал. То есть, в принципе, это была, вот, скажем так, такая политика работы. Значит, также среди своих наставников могу отметить Артура Полякова, Сергея Федотова, с которыми я несколько лет провел в одном кабинете, бок о бок, плечом к плечу. И вот именно они, наверное, меня и посвящали во все тонкости работы. Тонкостей действительно много. Следователь должен быть и психологом, хорошим психологом, и специалистом в абсолютно широком области знаний, расследуя то или иное уголовное дело, ты должен быть на голову выше преступника, хотя есть и беловоротничковая так называемая преступность, там, где преступники... Сами психологи. Сами психологи, да, и обладают широким спектром знаний и в сфере экономики, в сфере юриспруденции, ну и в том числе, и, может быть, даже и психологии. Все эти тонкости необходимо учитывать. Ну, вы знаете, в расследовании уголовного дела, в проведении следственных действий мелочей не бывает. Конечно. И даже то, как и где поставить в кабинете стул для того, чтобы на него посадить фигуранта допроса, да, участника допроса, тоже имеет свое значение. Серьезно? Даже такие мелочи? Конечно.
Конечно, если стул, к примеру, стоит в середине кабинета, и рядом нет стола, на который можно опереться, ну и так далее, то здесь человек чувствует себя неуютно, и уже более... результативность допроса может быть более высокой. Поэтому, ну, это такие тонкости, мелочи следственной работы. Еще, ну, хотя, еще раз говорю, в нашей работе, наверное, мелочей не бывает. Но вот, кстати, каждый исследователь знает, что в уголовном деле, как вы сейчас совершенно верно заметили, обязательно есть зацепка, которая вот может вывести злоумышленника на чистую воду. Скажите, а вот в вашей практике случалась такая зацепка, которая помогла распутать, может быть, даже целый преступный клубок? Вы знаете, уголовных дел, которые я расследовал, ну, было достаточно много, много уголовных дел, которые я, как руководитель следственного органа, осуществлял процессуальный контроль. Могу вспомнить ситуацию, ну, вот вернувшись немножко назад, как вот театр начинается с вешалки, так и расследование любого уголовного дела начинается с грамотного осмотра места происшествия, с грамотной работы следственно-оперативной группы на месте происшествия. Ну и как пример могу вспомнить одно из преступлений. Это нападение на одну из торговых точек, там, где злоумышленник зашел под угрозой ножа, похитил денежные средства у продавщицы. И в ходе общения с продавщицей, причем несколько раз мы возвращались вот ко всем тонкостям, с ней общались, значит, и она уже где-то вот на третий раз, она говорит, вспомнила такую деталь, что преступник заходил до совершения преступления за 2 часа, она вспомнила, и у него в руках была банка коктейля, описала, то есть жестяная банка, описала ее, а на момент совершения преступления, ну, соответственно, у него этой банки не было. Организовали осмотр прилегающей территории, и в одной из урн, соответственно, данная банка была найдена, изъята. Эксперт снял с нее хорошие четкие отпечатки пальцев. По базе данных, в соответствующую базу данных отпечатки были внесены. И на утро у нас была уже установлена личность преступника. Соответственно, осталось только приехать по адресу и его задержать. То есть, вот как пример могу привести. Но вот все-таки, какое самое главное оружие, следователь, как вы считаете? Ну, безусловно, авторучка. Хотя сейчас у нас компьютер, но вот вы видите, я даже в руках авторучку держу, хотя мне, в принципе, сейчас писать-то ничего не надо, да, но это уже такая профессиональная привычка. И изучают документы, значит, тоже авторучка всегда в руках. Много сейчас у вас бумажной работы, может быть, которая порой и отвлекает серьезно от расследований? Уж простите за этот вопрос, но мне кажется, сейчас каждая профессия нагружена вот именно бумагами, бумагами, бумагами. Вы знаете, бумажной работы действительно много, ее хватает. Какие-то современные технологии, может быть, в помощь сейчас вам есть? Ну, безусловно, это компьютеры, безусловно, это база данных, безусловно, это электронные таблицы. Mm-hmm. То есть мы пытаемся обобщать, пытаемся оптимизировать работу. И на коллегии МВД, расширенное заседание, которое прошло вот абсолютно недавно, значит, задача уменьшения документооборота, задачи уменьшения количества указаний, распоряжений, которые зачастую дублируются, вот было поставлено в том числе министра внутренних дел. Соответственно, эта работа ведется на постоянной основе. Дмитрий Владимирович, какой график у работы следователя? И вот такой еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот уголовные дела лично вас имеют как личности? Два вопроса. Давайте начну с первого. График работы, он у нас предусмотрен и ведомственными приказами. Ну, график работы ненормированный, да, потому что, вы знаете, расследование уголовного дела зачастую нельзя вот просто взять, остановиться, в 18 часов закрыть уголовное дело и уйти домой, потому что бывает такое, что дорога каждая минута, и те доказательства, которые мы можем и имеем возможность собрать сегодня, завтра уже вот возможность перспективного сбора доказательств будет отсутствовать. Поэтому
еще раз говорю, у нас ненормированный рабочий день. Ну а как же команда, как же надежное плечо коллеги, которое может в любой момент и подменить в том числе, и помочь в расследовании? Безусловно, вопросы командного духа, безусловно, вопросы вот помощи и взаимопомощи, они есть, и здесь, ну, вы знаете, мы идем и по пути создания специализированных следственно-оперативных групп, и по пути создания следственных групп для расследования того или иного уголовного дела, если нужно выполнить большой объем следственных действий. Но все-таки я сторонник того, что уголовное дело должен расследовать один следователь. Следователь — это мозг. И мозг, ну, соответственно, он должен быть один. А все остальные, ну, безусловно, оказывают помощь. Что касается вашего вопроса, меняют ли у нас уголовные дела, ну, в частности, меня как личность, вы знаете, любая работа накладывает отпечаток, и есть такой термин — профессиональная деформация. Ну, безусловно, мы все меняемся под влиянием работы, под влиянием обстоятельств. Здесь об этом можно говорить абсолютно прямо. А какие привычки следователя стоит оставлять на работе и ни в коем случае не забирать домой? Вы знаете, наверное, это вот та призма критического восприятия. Вот ее, наверное, не стоит нести домой, потому что в любом случае, при общении с друзьями, к примеру, ты оцениваешь все вот через эту призму критики, через эту призму достоверности, подозрительности, да, вы абсолютно правы. Поэтому вот это, наверное, стоит оставлять дома. На работе. Да, на работе, абсолютно верно. Я хочу попросить вас рассказать о двух или, может быть, даже трех особо запоминающихся ваших делах, и пример которых вы, уже будучи наставником, а это наверняка будет или, может быть, уже есть, передадите более молодому поколению, начинающим следователям. Ну, как пример, вы знаете, это даже, наверное, может быть, не само уголовное дело, это может быть организация работы по уголовному делу. Одно из хищений с крупного автомобильного завода. Сотрудниками охраны была задержана автомашина с большим количеством товарно-материальных ценностей. Ну и, соответственно, это был как раз понедельник, начало рабочей недели. И вот то, как мы совместно с сотрудниками уголовного розыска отработали данное преступление, ну вот, наверное, вот мне прям очень запомнилось. Ну, действительно, работать пришлось практически в круглосуточном режиме. Первые два дня я уходил с работы в 4 утра. Соответственно, дальше чуть поменьше, в 12, ну и так далее. Mm-hmm. То есть за неделю мы в полном объеме собрали доказательства, за неделю мы установили всех причастных лиц, арестовали, допросили, получили неопровержимые доказательства виновности, осмотрели все изъятые предметы, ну и, в принципе, дальше осталась такая достаточно техническая работа, уже, скажем так, закрепить доказательства в процессуальном плане. То есть, скажите, пожалуйста, а вот такая ударная работа для следователей — это в ближайшем времени повышение по службе, либо какие-то бонусы, премии? Ну, то есть, не ради же идеи вот следовательные так трудится в круглосуточном режиме? Все равно же есть какие-то поощрения? Ну, вот так, если честно. Нет, ну, безусловно, поощрения есть. И вопрос премирования сотрудников мы всегда рассматриваем. И руководство Главного управления к этому относится абсолютно позитивно. И, То есть это нормальная практика, конечно, да? Конечно, абсолютно. И денежные премии, и благодарности, и почетные грамоты, то есть, ну и за особо сложные дела, это в том числе и ведомственные награды.
Ну, если все-таки говорить о мошенничестве, мы с вашими коллегами достаточно часто встречаемся и говорим на эти темы. Вот какой портрет типичного мошенника? Так называемые курьеры – это все-таки обычные люди? И, на ваш взгляд, почему эти преступники выбирают именно вот такой путь? Я не знаю, как вам, вашим коллегам вообще, но в последнее время участились звонки и представляются именно представителями, сотрудниками Следственного комитета. Вот буквально за месяц мне только раза три, наверное, звонили точно. Но у меня терпения не хватает выслушать их до конца. И что же они хотят в итоге? Говорят, вот представляются, и причем звонят почему-то все время из столицы нашей Родины. Якобы как-то вот мы связаны с теми преступлениями, которые совершаются в Москве. Вот как вы можете прокомментировать? Вы знаете, вот легенда «ваш родственник попал в ДТП», она не новая. Она абсолютно не новая, но 21-й год, если вот экскурс в историю, 20-й год, мы думали, что она себя уже изжила на самом деле. И рост преступлений данного вида, именно вот под легендой контактных мошенничеств, под легендой «ваш родственник попал в ДТП», он произошел с февраля 22-го года. Ну, опять же, мы связываем данные преступления, в том числе с проведением специальной военной операции, и ни для кого не секрет, что основная масса звонков идет с территории других государств, и соответствующий акцент у тех злоумышленников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками Следственного комитета, он тоже есть. И в ходе расследования уголовных дел мы это устанавливаем. Мы прилагаем все усилия, все меры для того, чтобы раскрывать данные преступления, задерживать, соответственно, лиц, которые вот именно курьеров из 158 совершенных преступлений данного вида, нами раскрыто за прошлый год 116. Что касается портрета типичного курьера, вы знаете, тоже анализ проводили, это в основном молодые люди. В основном молодые люди были... Которые хотят единичные, денег. Да, конечно. Были единичные случаи, где у нас девушки проходили курьерами. Но в основном это молодые люди, возраст от, наверное, 18 до плюс-минус 25. То есть нигде не работающие, либо студенты, которые ищут подработку в интернете, в сети Telegram, находят работу курьеров, с ними проводят соответствующие инструктажи. В принципе, наверное, 90% из данных лиц, они не судимы, ранее не привлекались к уголовной ответственности. Ну, здесь вопрос, скажем так, легких денег, вопрос заработка стоит у них, поэтому вот они, скорее всего, идут на преступления данного вида. И я хотел бы, вот, пользуясь случаем, еще раз поднять вопрос профилактики, обращаясь к гражданам города, области. Уважаемые граждане, сотрудники следственных подразделений, сотрудники правоохранительных органов никогда вам не позвонят и не попросят продиктовать те или иные персональные данные, те или иные коды, те или иные данные банковских карт, счетов. Злоумышленники вот разбирались ряд ситуаций, и потерпевшие нам говорят о том, что у них не было сомнений в том, что звонок идет со стороны правоохранительных органов, сотрудников правоохранительных органов, потому что называют их персональные данные, имя, дата отчество, рождения, фамилию, да, и, может быть, где-то номера банковских карт. Но мы также прекрасно понимаем, что данная информация, вот персональные данные, они, ну, скажем так, утекают теми или иными криминальными путями вот к тем лицам, которые совершают преступления данного вида, ну и, соответственно, они этим пользуются. Поэтому еще раз я хотел бы попросить наших граждан не поддаваться на уловки злоумышленников, и в случае, если вам представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят продиктовать коды, пусть даже называя ваши персональные данные, прекращать звонки, класть трубку и, соответственно, со злоумышленниками не общаться. И у нас есть тематическое видео, и я предлагаю к нему обратиться.
Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, а интересуется ли молодое поколение профессии следователя, и как часто к вам приходят новые сотрудники? Вы знаете, действительно интерес к профессии следователя у молодого поколения есть, и молодежь приходит часто. Основная масса тех кандидатов, которые приходят, это бывшие студенты, которые закончили в этом году, либо в прошлом году высшее учебное заведение по соответствующей специальности. С каждым я общаюсь лично. У каждого я спрашиваю причины, мотивацию. И каждому, вы знаете, каждому я говорю, что... И каждому, точнее, я желаю, чтобы вот через энное количество пройденных лет они поняли, что действительно выбор был верным. И, наверное, в конце нашего разговора дайте несколько советов. Что, наверное, делать начинающим следователям и что не делать никогда? Вы знаете, давайте я начну с того, что никогда не делать, это никогда не совершать преступление, никогда не фальсифицировать процессуальные документы, никогда не переходить закон, никогда не превышать свои должностные полномочия. Ну, это, наверное, основное, что не надо делать и нельзя делать ни в каких ситуациях. А соблазн велик. Вы знаете, ну действительно, соблазн есть, он у каждого свой. Соблазн даже побыстрее закончить уголовное дело и составить какой-то, сфальсифицировать какой-то протокол следственного действия. Здесь тоже есть соблазн. Но нужно понимать, что этого делать нельзя, и за это предусмотрена уголовная ответственность. А молодым следователям я бы хотел пожелать настойчивости, гибкости мышления, целеустремленности и умение планировать свою работу, планировать расследование каждого уголовного дела, потому что без планирования мы, к сожалению, не сможем добиться тех результатов, которые от нас ждет государство и система МВД. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Ну, а если вдруг вы решили стать следователем, то в моем сегодняшнем госте вы наверняка увидели опытного наставника. Всегда можно к вам обратиться лично, как сказал мой сегодняшний гость. Всего хорошего. До свидания. Будьте осторожны при покупках в сети, особенно если товар предлагают значительно дешевле аналогов или с большой скидкой. За товар требуют ввести срочную предоплату. Ссылка с товаром ведет на сайт, где вас вторично просят ввести свои данные. Возможно, это фальшивый сайт, который создан для их похищения. Внешний вид сайта магазина или его адрес отличается от привычного. Это может быть сайт-подделка. Даже малейшее сомнение может спасти от потери денег. От вас просят данные ваших платежных ресурсов, карт или онлайн-кошельков. Даже если хотят начислить бонус или вернуть деньги. Не позволяйте себе обмануть. Будьте бдительны.